Праздничное утро в Невьянске началось с ярмарки, где каждый житель мог прикоснуться к народному творчеству. Десятки мастеров со всего региона представили уникальные изделия ручной работы. Плюшевые игрушки, украшения и фигурки из глины, которые можно было расписать самостоятельно, оживили праздник красками и фантазией. У детей представление о мире немножечко другое, чем у взрослых. То есть вы можете посмотреть, что расписывают ребятки, то есть какими цветами они видят свой мир. То есть это у нас может быть и голубой заяц, и котик может быть зеленый в ромашечку, может быть в крапинку. То есть это детское творчество. Для детей и взрослых устроили криошоу от иллюзиониста. Словно волшебник, он показал, как наука творит чудеса. На глазах публики развернулась сказка, где физика и химия стали главными действующими лицами. Затем на сцене Дома культуры состоялась праздничная церемония для молодоженов. Глава города вручил новоиспеченным семьям памятные подарки, а романтичный танец добавил торжеству особенную нотку. 8 июля поженились вот в этом году. Значит, очень многое. Многое значит, да. Хорошее все. Долгие 8,5 лет. Отношений. Да, отношений, и вот как-то вот решили. Я хочу пожелать жителям, чтобы за следующие 2 года, которые предваряют 325-летие уже Невьянска, чтобы сконцентрировались, во-первых, на том, чтобы сохранить все то, что сделано, и направить, а мы будем участвовать в формировании комфортной городской среды и дальше направить все свои усилия на формирование вот такого хорошего кластера. В течение всего дня на празднике работала наша съемочная группа. Мы путешествуем и приезжаем на разные мероприятия в рамках акции ПТС по городам области. Чтобы не пропустить ничего интересного, оставайтесь с нами.